Последние приготовления перед праздником – большим событием в истории Щелковской детской хореографической школы. Учреждению 25 лет, четверть века здесь учат искусство движения. Работаем на благо наших щелковских детей. Мы сегодня постарались сделать упор на массовые номера, показать огромную работу педагогов, огромную работу концертмейстеров и всех детей. За годы работы учреждение воспитало сотни талантливых ребят, дало им путевку в жизнь. Многие выпускники продолжили свой путь в сфере хореографического искусства. Сегодня в учреждении обучается более 200 человек. Здесь мы многому учимся новому. Очень хорошие педагоги, добрые. Я желаю школе, чтобы всегда были отличные концерты, и там всегда все учились. 8 педагогов обучают классической, народной, современной хореографии и, конечно, воспитывают в ребятах любовь к искусству, творчеству, культуре. Все педагоги данной хореографической школы – это поистине настоящий талантливый коллектив, который на протяжении 25 лет в душе детей от малых до уже повзрослевших вселяет любовь к танцу. У любого коллектива есть своя аура. Вот у школы хореографии она какая-то особенная. Это, знаете, какая-то тонкая линия, и ты, когда приходишь на концерт школы хореографии, ты точно понимаешь, что ты именно здесь. Я желаю вам новых высот, покорения всех вершин. С праздником! Самый преданный зритель – родители учеников. Они важное звено в процессе обучения ребят, всегда рядом, всячески поддерживают своих детей в творческих начинаниях. Конечно, преподавателей в их труде. Ходят двое деток, они очень счастливы, что попали в такой дружный, хороший коллектив, к прекрасным педагогам, которые уделяют им очень много внимания. Огромное всем спасибо за труд и вообще за интересную жизнь, которую они дают детям. Учреждение живет творчеством, искусством, процессом погружения в удивительный мир хореографии ребят самого их юного возраста. Помогает воплотить мечты самых маленьких в реальность. Этот путь непрост. За каждым успешным выступлением, победе на конкурсе стоит большой труд. Юбилейный концерт – своеобразный отчет о проделанной работе. На нем были представлены лучшие номера коллектива хореографической школы. Это настоящий праздник танца, и зритель в этот день был щедр на овации. Они долго не утихали в зале Центрального дворца культуры. Анна Балиет, Валерий Жиглей, Щелковское телевидение.